А твои в отпуск поехали, получается, да? Ну, отдохнуть у них. У Дарьи скоро. Мало-мало. Второй будет. Не до отдыха всем. Это надо притормаживать. Да пока молодые пусть рожают. Да? Конечно. Ну что? Она молода, и дети молодые будут. Ну да. Ну, а что, она старушка. Нет, ну в 20 лет нормально, само то. Само то. Просто ну, часто так вот, как у друга, то видишь. Легче. Ну они, видишь, вот все вместе. Все как будто не было. Брат, сестра. Че, вы втроем, что ли, все? Ну, начинай. Помолитесь. Отче наш, иже на небесе, да святится Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очистены от всякие скверны, и спаси, Боже, души наши. Отец наш Небесный, именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови нас. Чести Слово Твое Святое. Даруй, Господи, чтобы оно осталось у нас в памяти нашей и, главное, в делах. Потому что не слушатели, а исполнители живы будут Словом Твоим Святым, как Ты, Господи, и сказал. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Так, мы остановились на Евангелии от Иоанна, 8 глава. Восьмая глава, 56-59 стихи. Ну, мы их как бы прочитали, но не успели пройти до конца. Большое тут толкование, поэтому давайте еще раз прочтем. Может быть, на чем-то остановимся. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. На это сказали ему иудеи, тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама? Иисус сказал им, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есем». Тогда взяли камни, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, прошел посреди них и пошел далее. Толкование. Он говорит здесь, день мой, увидеть день мой. Авраам рад был бы. Днем он называет крест, крест большой буквы. Ибо его прообразовал Авраам в принесении Исаака и в заклании Овна. Это 22 глава книги Бытия. Как тот нес дрова, так Господь нес крест. Прям вспоминается, как все это было. И как Исаак был оставлен, то есть нож, занесенный над ним, остановлен был, и он был оставлен в живых. Вот смысл оставлен. А заколот овен, а овен, помните, там недалеко в кустах запутался рогами. А как там было все еще? Спрашивает отец, Исаак спрашивает, а где... Жертва-то, ну, то есть овен для жертвы где? Господь усмотрит. А он как сказал? Помнишь? Господь даст. Усмотрит. Ну да, это то же самое, что даст. Господь усмотрит, то есть какая бы... Усмотрит, почему усмотрит, а не даст просто. Усмотрит, какая жертва нужна. То есть и оказалось, что жертва-то человеческая. Ого, а это не человеческая жертва, оказывается, а жертва сына. То есть прообразовательно, что я отдам своего сына, вот в чем смысл здесь. Бог Отец отдаст сына своего. И что? Бог Отец отдает, человек любит человеческие жертвы? Да нет, не любит. А почему? Потому что Иисус Христос, он не человек, а кто? Бога. Человек. О, правильно, Бога человек. Поэтому, конечно. А это уже совсем другая жертва. Кстати, интересно, что у язычников были человеческие жертвы, но вот самая такая сакральная, самая таинственная была именно жертва ребенка.
Да, карфагеняне, вот помните Ганнибал, который там гонял по Италии эти римские войска, со слонами там через Альпы переходил, слышали такое? Ганнибал, такой полководец карфагенский, да. И когда это Вторую Пуническую войну они проиграли, Пуническое, это Средиземное море, называлось Пуна по-карфагенски. И когда Третья война настала, то римляне, они высадились на побережье Африки, ну это напротив Италии прям, там где сейчас Триполи. И они начали продвижение и подошли к Карфагену. И карфагеняне на стенах при римском войске приносили в жертву своих детей, сановники. Прям при них. Там вал был у них, этот, ну, там один из прообразов. И они сжигали этих детей вот в чреве, да. Вот. Молох, вал, вот эти вот. Сжигали детей. Римляне очень возмутились, и тогда решили, просто надо истребить их. То есть, и поэтому Господь странно усматривает все, да? Посмотрел и отдал все римлянам, у которых не было человеческих жертвоприношений. У них... Они недобрые были, они были очень жестоки дисциплинарно. Там вот это хотя бы взять децимация, что в отделении 10 человек, центурия называлась, и если они побежали, хоть один человек из этой центурии, то, ну там даже бывает из легиона целые, если отступили, то из каждой, вот эти 9 человек берут палки, там выбирается по жребию камни, белые или там черные. Выбирается один человек, этот воин. И эти 9 должны его забить до смерти. Но это не жертва, это дисциплинарное взыскание. То же самое на посту заснул. Вспоминаем, как когда при Христе, когда Христос-то камень был, помните? И они, говорит, заснули на посту. Просто смешно было для римлян. Смешно, чтобы римский воин заснул на посту. Они бы тогда не захватили полмира. Поэтому... Смотрим здесь на то, что человеческие жертвоприношения, детские, сакральные вот это. И мы видим, что Агнец, опять же, почему Агнец безвинный? Он не понимает, что его сейчас убивать будет, он идет за человеком. Ну, помните, как 12 глава, книга Исход, говорит нам о том, что как Господь постановление делает о жертве. Помните, брать или козленка, или маленького ягненка, годовалых, держать их 7 дней у себя дома, удержать их, кормить, детишки с ними играют, и потом всем вместе, и дети тоже, его зарезать ему горло, перерезать, и принести тем принести жертву Богу. За свои грехи. Да, кто этот Агнец? Это Христос, правообразовательный Христос. И вот, видите, вон наша икона, вон. Посмотрите туда, как раз об этом она говорит. Вот, это мы с вами, по идее, должны быть. Вот. А были иконы, где Христос в виде Агнца изображался. Их запретили, эти иконы. Нет, сейчас Христос уже не Агнец. Он уже не жертва. Теперь мы можем только об этом вспоминать. Ну, вот как вчера мы читали вечером апостола. Нет, сегодня. Сегодня читали апостола. Да, и там как раз говорится о том, что мы теперь Христа не знаем по плоти. Христос не по плоти теперь уже. Это 1 Коринфянам 13 глава там говорит. Не знаем Христа по плоти. Раньше он, да, был во плоти. Ходили на него, смотрели, видели его, и, казалось, знали его. Потому что он разговаривает, о чем он говорил там. А, ну вот, он туда-то прошел, сюда-то прошел, потом в горы куда-то ушел. То есть вот мы как бы его знаем. А на самом деле, а теперь вообще мы Христа не знаем. Потому что Бог, от Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в небе, его чем Он явил. И вот так дальше теперь. Ну, это мы вспомнили, немножко отошли. Но никак отошли, но все-таки нужно говорить об этом. Проведя сей день креста, опять крест большой буквы, крест, на котором Христос распятый. Вот крест, вот, ну, без такой перекладины. Вот такой крест, вот на таком кресте был распят, только в человеческий рост, больше даже, был распят Господь. Вот этот крест, он пишется с большой буквы. Не этот крест, а крест Христов, на котором он распят.
как день всемирного спасения. День креста. Вот так, может быть, кто-то даже и не обращал на это внимания. Называется День креста. Авраам возрадовался. Точка. Все. Авраам возрадовался. То есть, как бы в преисподних Господь уже вывел, выводит в субботу. И Авраам радостный. А, кстати, иконы рисуют у нас, когда православные, то, ну, там как бы верию, там двери как бы такие, косяки, ключ там вот такой, замок. Видели, наверное, да? И все это как бы из тьмы, ну, как бы на тьме лежит, разорванное такое все. И оттуда из тьмы как бы начинают подниматься праведники. И первые идут кто? У нас всегда. Кто? Там их видно даже. Их обычно с листочками рисуют. А? Адам и Ева. Адам и Ева первые. Они вот так вот прям тянутся ко Христу, Христос так вот руку протягивает. Видели иконы такие, нет? Ну, может, и видели. В Никольский храм зайдите, огромная, огромная у нас фреска изображает это. А там дальше еще праведники как бы выходят. Следующие там Ной, там, и даже Соломон, если царь Давид в короне, там что-то такое. Не знаю, Соломон это или царь Давид, скорее всего. Ну, в общем, выходит. Вот, то есть они радостные. Показывает и то, что он добровольно идет на страдания, так как хвалит того, кто радовался о кресте, опять крест большой буквы, ибо через него спасение вселенной. А тут через него, то есть через крест. Него с маленькой буквы. Спасение вселенной. Что такое спасение вселенной? Как понять вселенной? Человечество. Человечество. Человечество? Ну, животные. Да. Пришествие Христа, животные тоже живут. Ну, те, которые умерли, они уже умерли. Да. А те, которые будут на земле, они уже станут бессмертными. Ну, не забудем, что и небо свернется, как свиток, и земля изменится, написано. Все дела человеческие сгорят на ней, будет новый Иерусалим, написано. Новая земля и новое небо написано, а моря уже не будет. Вот так. Море будет как прозрачное стекло. На море страшно сейчас. Вон, последний раз там русского туриста съела акула. Прям съела полностью. Тигровая акула огромная. В Египте. Страшное дело море. Это нам постоянно напоминает Господь нам о том, что мы должны быть за оградой церкви. Тогда никакая акула... Никакой тигр, никакой волк не растерзает. Вот интересно, когда Ной в ковчег был, там, получается, все животные только сухопутные, морские. Да, так, конечно, но вот они... Поэтому, может, там еды, знаешь, сколько было у них? Морских там... животных такое разнообразие. Прям, там, вообще, просто... Ну, не просто морских животных, простой планктон. Знаешь, планктон, что такое? Рачки. Как водоросли такие. Ну, рачки. Даже рачки. Это не рачки. Это какие-то более эти, недоразвитые, там, одноклеточные какие-то. И они 85% кислорода выдают нам для дыхания. Если планктон исчезнет, нам всем придется задохнуться. Вот так. Так что Господь все предусмотрел в этом океане море. Великом. Планктон питается самые большие. Да, да, самые большие рыбы, киты. Животные даже не знают, кто они там. Дельфины тоже животные называют их. Иудеи, не в силах будучи возвыситься до смысла слов его, вместо того, чтобы спросить и узнать, о каком он говорит дне, который видел Авраам, еще более осмеивают его, будто бы он говорит что-то безрассудное. Тебе говорят, нет еще 50 лет, и ты видел Авраама. Ну да, как бы хотят показать, ну сколько тебе там, ну 50-то точно нету. Лет, как Авраам, ты как Авраам, об Аврааме рассуждаешь, а Господь что об Аврааме говорил? Господь показывал в притче, даже не в притче, наверное, а в истории этой, о Лазаре. Из камней сих детей Авраама. Да, это Иоанн Креститель говорил. И
когда он на лоне Авраама Лазарь почивал уже, то Авраам разговаривает с богачом, то есть с этими грешниками, которые хорошо жили, которые других людей не замечают. Между нами и вами утверждена великая пропасть. Странно, то есть Аврааму как бы в преисподней дается, или в Шиоле, как бы скажем, дается такое место сортировки, что ли, даже не сортировки, а как бы учение, говорить учение, вот, которое Господь оставил, прям говорить о нем грешникам. И он разговаривает с этим грешником. Все не так просто вот в преисподних, все не так просто, когда люди пытаются себя умаслить, что ли, что. Ну, что ж такого, подумаешь, там преисподняя, там все намного страшнее. И недаром православная традиция дает 3 дня, с 3 по 9 день, то есть 6 дней этих даже не мытарств, а душа идет по преисподним местам. 6 суток. По преисподним местам она идет. То есть знакомит Господь, что там в этой преисподней. А потом намного больше в райские кущи. Почему? Непонятно. С 9 по 40 день человек пребывает в раю. Потом начинается мытарство. 20 мытарств, последнее блуд. Самое сложное, через него пройти очень тяжело. Ну, как говорят, невозможно даже. Если ты не посвятил себя исследованию слов Божьих и исполнению их. Дальше. Сказали так, думая, что Господу близ 50 лет, тогда как ему было около 33 лет. Отчего? Не сказали они тебе, нет еще 40 лет, но 50. А об этом излишне бы и спрашивать. Может быть, они упомянули о 50 годах без определенной мысли. Однако же некоторые говорят, что они так сказали, потому что у них особенно чтился 50-й год, то есть юбилейный год, в который рабов отпускали на свободу. Покупщики устроили свои приобретения и делали все иное, что относилось к чести. Что же Господь говорит? Ну, то есть, к чести по закону Божьему, как бы, 50-й юбилейный год, ну, вспоминаем закон Божий, это книга Исход, там после 23 главы идет об этом, там разговоры, как отпускаются рабы, а рабы кто? Свои же иудеи. Вот. Поэтому их надо отпускать, потому что они братья. И поэтому в очередной год, там 7 лет проходит и отпускаются. А в 50-й год вообще все становится на свои места. Если кто-то захватил чужую землю посредством, там, ну, выкупал, он должен отдать этому человеку эту землю. Если он в рабах, должен его отпустить, причем снабдив, как брата написано. И так далее. Поэтому ну, это такой, как бы считался... 50 год, тем более 50-й, праведный год. Ну, то есть чести написано, честь, честный. Что же Господь говорит? Прежде нежели был Авраам, я есим. То есть они там говорили про Авраам. Ты как ты мог видеть его? Да какой, при чем здесь это? Авраам сотворен был Богом. Смотри, не сказал прежде нежели был Авраам, я был, но я есим. Ибо это изречение непрерывно и всегдашнее. Всегдашнее, то есть постоянно оно было. Такого не знают, когда не было Господа. Время такого, не было такого определения даже, когда не было Господа. С одной стороны это страшно, а если ты идешь к Господу на покаяние, вот, смотришь за собой, и в Слове Божьем исследование смотришь о себе, находишь здесь места, кто праведник, кто грешник, как себя вести, то есть исполняешь это все, то вот Господь дает тебе, открывает это познание о себе в нужном объеме, да, будем говорить, духовном. И поэтому тебе должно быть радостно, что Господь присущественное добро.
Хотя не нужно думать, что Господь не делает зла. Господь делает зло для злых. Написано, и посадил посреди рая дерево познания. Добра чего? Добра и зла. Оно уже там было. Господь насадил его. Вот, вот так вот. И поэтому Сираха, 40 глава, не помню точно, 9 стих или 1, или 13. Он говорит, и поэтому, ну там он к Ездре обращается, ангел, как бы, может быть, Христос, там непонятно немного. И говорит, и поэтому для злых злое сделано, а для добрых доброе. Может, Господь не препятствует сотвориться злу. То есть он не получает. Очень, очень я бы хотел, очень бы я хотел, чтобы это так было как-то бы и нашим, и вашим. Господь конкретно говорит, я творю зло, прям говорит. Где? Грешникам. Вы хотите стихи, да? Конечно. Ну, как же, конечно. Понятно. Доказательства хотим. Пожалуйста, начнем. Давайте. Ну, Бытие 3.5. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. Зная же. Ну, конечно, знаю. Ну, не творя же. Ну, да подожди, не спеши. И теперь, как бы не простер он руки своей, не взял также от дерева жизни и не вкусил, и не стал жить вечно. А теперь... Зло делает дьявол, а Господь может воспрепятствовать. Вот, гляди, Бытие 31.7. Ну, вспоминаем сразу Исаака. «А отец ваш обманывал меня и раз 10 переменил награду мою, но Бог не попустил ему сделать мне зло». Вот, Бог не попустил сделать мне зло. Праведников он ограждает от зла свои силы. «Не попустил сделать мне зло». Написано «сделать мне зло». Бог «сделать». Не надо другого ничего. Бог не попустил ему сделать мне зло. Сделать зло. То есть зло делается. Делается зло, понимаешь? Другим человеком. Человеком. Подожди, ладно, хорошо. Да, и человеком, Бог, конечно. Не попустил этого. Теперь человека смотрим дальше. Так, это значит... 38 глава, 10 стих. «Зло было пред очами Господа то, что он делал, и он умертвил и его». Умертвил. Умертвил. Бог умертвил. Угу. А что умертвил? Это и есть зло. Умертвить это и есть. Это зло. Он добрым людям сделал. Он в ад пошел, этот человек. Он, Бог его умертвил, сделал зло. Теперь подожди, дальше. Сейчас будет то. Подожди, все впереди еще. Все еще впереди. Сколько? 50 глава Бытия, 20 стих. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Ну, Бог делает добро. Да. Ну да, обратил. Но замышляли зло, могли сделать, да, если бы не был праведником, конечно. Ну что, апостолы зло делали, когда Ананию и Сапфиру там, например? Зло для них, конечно, зло. А что еще? Это добро. Мы сейчас так договоримся. Вот, исхода 32.14. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». На, читай. Ну, наведет, но не делает же он. Господи. Отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. Нечисти. Кто наведет? Кто зло должен был навести на народ свой? Ну так люди же наводят зло. А Господь не препятствует просто. Это о чем придумать? Откуда зло взялось?
Господь посреди рая насадил дерево познания добра и зла. Кто? Демиург какой-то еще был, что ли? Демиург. Который плохой? Об этом разговор и идет. Ну и, в общем, вот так сейчас я... А сейчас я найду книгу Сираха. Конкретно уже. Не канонически. Сирах. Ну тут ты просто видишь в понятиях, да? Ты хочешь вот как-то перевернуть эти понятия. Я понимаю, о чем ты говоришь, но у меня душа противится этому. Бог творит зло для злых. Но люди же не злые, люди просто выбрали такой путь. И зло их от юности написано. Ну, понятно, это их выбор. Не захотели служить Богу. Значит, начали служить дьяволу, сатане. Начали творить зло. То есть нарушать заповеди Божьи. Вот оно и есть зло. То есть зло – это нарушение заповедей. Противник, сатана, противник, против Бога идет. Кто зло сделал? Сатана. Сатана сделал его. Первый. Первый возгордился и выше Бога себя поставил. Все, он стал противником. Против Бога пошел, против его заповедей. И это назвали злом. То есть все, что против Бога, это зло. То есть Господь сам сотворил против себя, что ли, как получается? А, Сираха 39-я, не 40-я. 39-я. Так, сейчас я начал. Итак, читаем. О, то-то так, чтобы понять побольше нам об этом. Да просто определение зла. Что такое зло? Ладно, давай отсюда. 23 стиха, 39 глава Сираха. По слову его... Господа, стала вода, как сток, и по изречению уст его явились вместилища вод. Ну, вы только это, не перебивайте, слушайте. В повелениях его все его благоволение, и никто не может умолить спасительность их. Пред ним дела всякой плоти, и невозможно укрыться от очей его. Он прозирает из века в век, и ничего нет дивного пред ним. Нельзя сказать, что... Что это? Для чего это? Ибо все создано для своего употребления. Только внимательно слушайте. Благословение его покрывает, как река, и как потоп напояет сушу. Но и гнев его испытывают народы, как некогда он превратил воды в солончаки. Он, это его, с большой буквы, это о Боге все, не о сатане. 30 стих. Пути его для святых прямы, а для беззаконных они преткновения. 31 стих. От начала для добрых создано доброе, так для грешников злое создано. Тут просто тире стоит. Так для грешников создано злое. Создано злое, понимаешь? Оно создано. Я что могу сказать? Не сатана это творил, потому что для грешников это. Понимаете? Главное из всех потребностей для жизни человека – вода, огонь, железо, соль, пшеничная мука, мед, молоко, виноградный сок, масло и одежда – все это благочестивым служит в пользу. А грешника может обратиться во вред. Понимаешь смысл в чем? В раю же не было ни зла, ничего. То есть рай был насажден, и они были совершенно Адам с Евой. Но он им дал свободную волю, и они избрали путь против Бога. И это уже начало зла. Против Бога, против заповедей. Они нарушили, то есть нарушение закона. Ну запомнила, ты 39. Господь с сапогом. Ты же не записываешь. 39-31. Смотри и читай. Да я читала вот недавно это все равно. Ну и что читала? Ты же мне это не показала, я тебе это показываю. Ну я понимаю, о чем, а я тебе говорю. Ну, что? Я понимаю вас прекрасно. Мне уже ты кайся, там кайся. Что ты говоришь? Бог злое не творит. Для грешников злое. Сделал. А для добрых – доброе. Я что могу сказать? Дерево откуда познания добра и зла. Подожди, откуда появились грешники? Дерево познания добра и зла. Оно зло вот на дереве уже было. Так уже дьявол же был уже.
Когда дерево познания добра и зла появилось. Ну, дьявол уже был. Ну, был дьявол, и что? И что, что был? Он сотворил злое, что ли, дьявол? Дьявол. Понимаешь, слово «сотворил» тут ты никуда его не денешь. Слово «сотворил». Он сотворил. Никто, дьявол творить ничего не может. Он может только растворить. Ну, да и тот, что он может растворить. Давай. Просто это, определение зла и все. Что? Да, это... Ну, потому что это слова, это понятийный аппарат. Это... Да нет, это нет, ничего. И... Что такое зло, и мы все поймем. Зло. Это... Ну и что ты поймешь? Определение зла. Зло – нормативная оценочная категория. Оценка. Выкинь слова. Нравственного сознания. Противоположное понятие добро, то есть противоположное добро. А что такое добро? Конечно. Добро творить волю Божию, конечно. А зло противоположно. Поэтому для праведников доброе, а для грешников злое. Ну понятно, потому что они против Бога идут. Ну вот и оно и так получилось. Ну все, они во власти дьявола оказываются. И Господь наводит зло. Господь написано. А вообще оно обозначает нравственное отрицательное. Господь наводит зло, понимаешь? Вот ничего не сделаешь. А как понять? А что такое наводит? Ну это как на фараона. Как наказание. Да, ну конечно наказание. Вроде никак, а наказание, он не правильно. Не препятствует. А? Не препятствует. То есть вот праведник, он защищает. Называется попущение Божие. Вот теперь мы дошли до истины. А, ну молодец, слава Богу. В широком смысле зло включает негативное состояние человека и силы, вызывающие эти состояния. Ты понимаешь, это не надо вот это читать. Это философия. А ты бери место Писания, ты бери место. Если ты нет, ты место Писания бери. Подожди, слово зло, ты понимаешь по-своему, а я по-своему. Как мы тогда договоримся о чем-то? Нет, я читаю Священное Писание и договариваюсь сам с собой. В слове зло, а вы что читаете? Я не знаю. Вот это вот, если будешь читать, ты у тебя ничего в голове не будет. Ты определение с этого слова, если не знаешь изначально. Нет, знаешь, сколько. Ты сказал творить злое. Слово злое, сколько раз повторяется слово в Библии. Творит зло. А злое, а зло. Злое, зло, злоба. Вот, что творит зло, такого нет в Библии. Что Господь творит зло. Но он не творит, он попускает злу, совершится над беззаконником, нечестивцем. Попускает, все. Все, 30 минут прошло, давайте заканчиваем. Что заканчиваем? Тут у нас определение идет. Ну, ясно. С тобой все. Читайте Библию. Об Аврааме, как тленном, прилично сказал, был. Ибо что получило бытие, то и разрушается. А слово «есим» указывает на свободу от всякого тления и на божественную вечность. Посему и они это изречение, как прилично одному только Богу, приняли за хулу и взяли камни на него. Камни. Взяли камни на него. То есть откуда-то там камни были. Вот они их схватили в руку и в него бросили, написано. Но он опять со смирением скрывается, чтобы не умереть прежде определенного для его смерти времени. Как же скрывается? Вопрос. Он не спрятался в угол храма, не убег в домик. Ну, это, видать, юмор такой монашеский. Не прислонился к стене или за столб. Но божескую властью сам себя сделал невидимым для наветников, хотя вышел и посреди них. Для наветников. Слово наветники, не знаю я. Наветники. Это те, кто клевету хочет распространить. Только таким каким-то более страшным образом. Сразу, чтобы приговор привести в исполнение. Нет, они просто так намекают, что конкретно клевету не говорят, а просто как бы тень бросают. Наветники. Ну ничего себе для наветников, хотя вышел из среды их наветники, а не с камнями. И пошел далее, то есть пошел так просто до некоторого времени. А они бросают камни в него, хотя тут не написано, что бросают. Прошел посреди них и пошел далее. А нет, тогда взяли камни, чтобы бросить на него. Ну, бросить, чтобы. Тут написано уже и бросают. Как бы некоторые бросили, да пустота. Ну, я не знаю, так написано.
Заметь, что камень бросают те, которых Евангелист сказал, что они уверовали в него. Ну, тут перед этим было, да, сказано. Значит, вера была не вера, но какое-то привременное и холодное расположение к речам Христовым. Все. Вопросы? Еще вот по поводу зла. То есть, получается, давай. Есть такой момент, когда говорят, ну, Бог чуть ли не там, не сам. Он же вот специально так сделал, да, чтобы Адам согрешил. Ну, чуть ли не Бог заставил его согрешить. То есть нарушить эту... Ну, это он же все создал, он же Адама создал. Мало ли кто там что скажет. Ну, так все-таки воля, это же... Вот это качество, как это... Подобие Бога, свободная воля. И будете как боги, знающие добро и зло. Господь знал добро и зло? Конечно, знал. Ну, конечно, знал. Да. Конечно. То есть, все, что против меня, это зло. Дело все в том, что тьма и свет, конечно, конечно, как не творю. Конечно, творю, смотря сколько зла ты творишь. Осознанно творишь зло. Ты хочешь зла человека? Да, нет, конечно. Ну вот. Этого я не могу сказать, что я хочу зла человека. Ну вот. Так же Бог не хочет зла. То есть ты неосознанно, ну что-то, плоть твоя там как-то там, да, появилась. Потом ты каешься. Понимаешь, по отношению к кому это зло? Оно же грешнику, а грешник он и так получит. И проклят, кто удерживает меч Господень от крови. Это вот одно и то же. Представляй, Господь косит мечом своим так, что кровь летит в разные стороны. Мечом он косит, а людьми, люди где творятся? Ну, откуда оно взялось-то, это зло? Вот смотри, фараон. Конечно. Я, говорит, ожесточу сердце фараона. И Златоуст говорит, чем ожесточу? Своим долготерпением. Это же да, алкоголь. Я тебе про это и говорю. Вот он, то я же тебе про это и сказал. Господь, он не творит зла, а попускает злу. То есть попускает злым людям оставаться злыми. То есть он не касается их сердца, не смягчает его, понимаешь? Он не творит Господь зла, а попускает. То есть он фараона попустил, он от него отошел, и все, и фараон, то есть в жестокосердии закоренел. Бог не может делать зло, написано. Все, ты правильно сказал. Я тебя поняла, о чем ты говоришь. Что зло, оно происходит злым. Вот эти понятия, они Господом определены уже. Все, между нами и вами утверждена великая пропасть. Все. Понятно? Зло – это все против Бога. Да, все. Да. И поэтому и Господу некуда деваться, оно вот преследует все время, как тьма, отсутствие Господь света. Господь сотворил свободную волю, выбор, дал выбор человеку, и дьяволу даже дал выбор. Делать Господь зло, он не делает этого зла. Все. Он его не может делать, понимаешь? Оно Аллилуйя. Сотворено им. Я не говорю, что он делает, а я тебе говорю, что оно сотворено. Сотворена воля. Вот воля. До прекращения, до наказания, грешника. Ты понимаешь, что вот оно добро, спасение человека, и зло, наказание человека, оно изначало, великая пропасть от начала. То есть правильно. Бог знал об этом зле, что да, он будет. Да, все правильно. Все теперь правильно. Ну, слава тебе, Господи. А ты говоришь, творить зло. То есть творить, значит... Ну, сотворил, ладно. По-другому никак, понимаешь, тут не сказать. Вот говорю, во время творения... И тьма, и свет он есть. Он знал, что будет. Господь, ну, конечно, же все знал. Он знал, о чем что речь будет идет. Зло, да. Поэтому во время творения образовалось дерево познания добра и зла. Да. Вот. Ты не бери просто зло, оно тебе не нужно. Ты взял зло, первый взял сатана, и на людей навел его. Люди согрешили. И теперь Господь, тут попущение Божие идет. Все, да. Если ты праведник, то... Тебе делается доброе. То если ты грешник, дьявол, тебе дьявол, делается а злое. Свалит, а там, да, зло творит сатана уже. Да. Ой, творит. Не творит, ну, а не творит, да. Делает. Творит, да, это другое, да, понятие. Да, да. Все правильно. Так, оно только Богу. Творение только Богу относится. Ну все. Договорились. Слава тебе, Господи. Господи, пожалуйста. Достойно есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога словорудшую, сущую Богородицу тебя величаем.
Господи, благодарим Тебя за это занятие, за то, что продлеваешь это тихое мирное время еще на земле русской. Распусти нас с миром, дай все услышанное понять правильно, исполнить. Если в чем погрешили мы, прости нас, Господи. Тебе славу восславим, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Слава Христу. Нас мало, но в тележках.